Южная Осетия готовится к выборам президента. Они состоятся завтра, а сегодня в республике день тишины. В Северной Осетии тоже можно будет голосовать. Для граждан Южной Осетии откроются два избирательных участка – во Дворце культуры «Металлург» и во Дворце молодежи. Напомним, на пост президента Южной Осетии претендуют 5 кандидатов. Действующий глава республики Анатолий Бибилов, депутаты парламента Гарри Мулдаров и Александр Плеев, лидер парламентской партии НХ, Алан Гаглоев и экс-депутат Дмитрий Тасоев. В общей сложности завтра откроются 76 избирательных участков, 72 на территории Южной Осетии, 2 в Северной Осетии, 1 в Москве и 1 в Абхазии. Всего опечатали 40 тысяч избирательных бюллетеней. Участковые избирательные комиссии в количестве 10 человек готовы к работе. Все желающие проголосовать, проголосуют. С 8 утра до 20.00 избирательный участок будет открыт. И любой житель Южной Осетии, у которого есть паспорт, имеет право прийти проголосовать. На участковой избирательной комиссии будут представлены представители кандидатов с правом подписи. От каждого кандидата по 2 независимых наблюдателя.